Привет, YouTube! Решаем задачу номер 472 из сборника Демидовича. Вычислить предел. Синус х, деленное на х, внимание, при х, стремящемся к бесконечности. Итак, давайте запишем синус х, деленное на х, и подумаем. Синус х – это у нас ограниченная функция, а единица, деленная на х, стремится к нулю при х, стремящемся к бесконечности. А потому все, что нам нужно сделать, это заключить данное выражение между. Синус х сверху мы можем оценить единицей, знаменатель не трогаем, а снизу минус единицей, так как синус х принимает значение от минус единицы до единицы. Теперь минус единица, деленная на х, стремится к нулю при х, стремящемся к бесконечности. Единица, деленная на х, также стремится к нулю при х, стремящемся к бесконечности. А значит, по теореме о двух милиционерах, синус х, деленное на х, также стремится к нулю при х, стремящемся к бесконечности. Поэтому ответ в данной задаче – 0. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, вступайте в группу ВКонтакте и обращайтесь за решением ваших задач.